Код человека Суджок. Посмотрите внимательно свою кисть. Ничего нового. Все как обычно, все как всегда. Да, все нормально. А если согнуть суставы пальцев, в центре ладони нарисовать точку и посадить кисть себе на колени, а на большом пальце, как в детстве, нарисовать. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Впервые аналогию кисти и стопы человека его телу, принцип голографии, описал, а также создал учение о Нури Суджок терапия южнокорейский ученый, профессор, врач Пак Чжу. В переводе с корейского «су» означает «рука», «джок» – «стопа». Кроме теоретической базы, он разработал и многообразные методы терапии и профилактики через кисть и стопу и подарил все это миру. О методах суджок-терапии, саморегуляции и восстановления, поддержания здоровой и привлекательной внешности будет идти речь на страницах канала «Акцент. Лицо».